Всем привет! Вы слышите вьета, не знаю, вьетконговца или просто вьетнамца Алексея Халецкого, который продолжает на уровне сложности божество за Вьетнам проходить Sidmer Civilization 6 Gathering Storm с последним патчем, с новыми цивилизациями и с новым режимом монополии корпорации. Первая серия по ссылке в описании находится. А спонсоры канала все серии видят сразу, спасибо им за поддержку. Наступает эпоха великих географических открытий, Вьетнам входит в героический век, единственный из встреченных. Ну, я точно пульс паровой машины возьму, потому что у нас очень хорошее соседство у компусов. Точно реформу денежного обращения. Поедет цареть. На новых городах в новых континентах 2 очка перемещения для морских и находящихся на борту. Ну, это, кстати, можно. А к оружию дает доступ к особому поводу для войны. Собираюсь ли я с кем-нибудь воевать? На самом деле нет, я думаю, что скорее всего мне объявят войну Гал, но даже я с ними не собираюсь производить, я скорее буду... Давайте здесь живут драконы, я лучше возьму. Не знаю, почему-то к оружию в этот раз не хочется брать. Я хочу скорее исследовать территории. Откроем индустриализм, и я потом... Хочу баллистику, чтобы была возможность в полевые пушки апнуться. Кроме того, у нас есть оружейное. Давайте я в Тхалунге, пожалуй, сделаю военного инженера и, собственно, эти... Так, у меня тут... Вот, вот проблема, кстати, за Вьетнам играть. Мало того, что тебе надо в лесах, кстати, так эти еще леса и горят. И видите, полностью... То есть лес начинает гореть... И он полностью уничтожает район, считаете, так? То есть надо ждать, пока он прекратит гореть. А плюс, я понимаю, что лесные пожары повышают производимость клетки, но так как у нас тут район стоит, то, соответственно, нам они ничего не повышают. А здание придется ремонтировать потом. Ну, жопа же. Сингапур все никак не берется, я смотрю. Я, пожалуй, сюда встану. Будем стоять. Я размещаю, видите, по лесам юниты. Так, этого тоже надо в лес вот сюда поставлю. Ну и чтобы еще генерал, если что, влиял. Так, вот это у нас стоит на лошадях. Я его в город заведу. Вот в город встанем. Так, а давайте я хочу проверить, если я буду ремонтировать центр коммерции, а лес еще будет гореть, потому что они могут несколько ходов гореть. Типа отремонтируются или как? Так, универы мы закончили. Может, часовню Великого Могилы? У меня как бы нормально так плюс по вере идет. Я смогу покупать... Да не, я не хочу на самом деле. А с другой стороны, разведывательное управление, а что мне... Что я там... У меня один шпион пока только будет еще. К тому же... То есть имеет ли смысл его к кому-нибудь отправлять? Ну, к... Не, давайте разведывательно. К... Это... Во-первых, я когда построю, то я еще одного шпиона получу, так? Кроме того, у Мали явно можно много денег стырить. Так, Ападану построили. Венеция, стрельцов и пикинеров. Торговый путь в Сингапур. Летучий отряд. Торговый путь в Кумасе. Ну. Ладно, я пока буду. У меня 4 посла есть. Или поставить... Сколько буду открывать меркантилизм? 2 хода. Может поставить первого посла в Венецию и в Занзибар? У меня как бы куча, это куча денег даст. Потом через 2 хода. Давайте, я вот вместо изобретения поставлю первый посол. Так, в Венецию, Занзибар. И теперь вот так. Это сверху, ну, как минимум 10 вход.
Так, еще 5 ходов, я 16 денег Хамурапи плачу. Интересно, когда... А, ставим город, да. Интересно, когда Гал мне войну ведет? Давайте я, может, сразу гавань начну. Я лучше буду рабочих покупать Чакьеу или, ну, или строить и приводить в эти города. Тут стоим. Смотрим. Я думаю, он Сингапур сначала должен захватить, мне так кажется. Я про Гала. Только тогда он будет мне объявлять войну. Может, мне ему самому войну объявить, слушайте? Чтобы он Сингапур не захватил? У меня есть, он меня обвинил, я могу ему спокойно войну объявлять с наименьшим. Смотрите, я ему убью сразу кучу юнитов, на самом деле. Ну вот наводнение, я поэтому и хотел тут дамбу делать. Тут будут периодически наводнения происходить. Так, уголь, рудники плюс фабрики. Что с углем? Блин, надо тут переделывать. А вообще еще уголь есть? У Вавилона немерено. Блин, у Вавилона раз, два, три, четыре. Было бы пять, если бы я город не поставил. Даже шесть. У него, блин, у него пять. И тут еще у него, господи, угольный магнат Вавилон. Это реально. Блин, так хочется галам войну объявить почему-то. У меня есть вот война за протекторат. Вообще ноль претензий. Я думаю, он не захватит тогда Сингапур. Тем более я сниму осаду. Ну, мне кажется, надо. Мне кажется, это надо сделать. Галлы точно не выглядят сильно страшными. Хорошо, а какие у него отношения с Вавилоном? Я бы еще... Да, я бы Вавилон подтянул. Отлично. И Колумбию бы подтянул. Давайте. Я думаю... Это надо. Так, теперь давайте подтягиваем Хамурапи. Война за протекторат. А, он не хочет. Да ладно, серьезно не хочешь? А священная война? Не знаю, вот, например, алмаз. А, он... Нет, слушайте, так он хочет. Просто опять, вот они что-то сломали в торговле этим патчем, потому что, видите, перестал предлагать, когда есть возможность торговать, компьютер перестал предлагать свое предложение. Я бы ему, кстати, за дипломатическое влияние скорее. Давайте ему дипломатическое влияние. Пускай для него это будет священная война. Даже за одно дипломатическое влияние готов участвовать. Мне реликвии некуда класть. Отлично. Значит, Вавилон вступил в эту войну. Хотя национализм прокачал, потому что объявил... И был повод для войны. И я бы Колумбию не смогу. Он со мной в плохих отношениях. Когда в плохих отношениях невозможно позвать в войну. А есть кем-нибудь еще? Вот, Мали. Мали далековато от Гала, честно говоря. Слушайте, а если бы я с Мали заключил военный союз? Давайте, во-первых, посольство. Давайте глянем, готов ли он присоединиться к этой войне. А, нет, восклицательный знак это точно нет. Вообще никак. Да, вот это. Если бы он был готов присоединиться, я бы с ним военный союз заключил. Ну, плюс 5, согласитесь. То есть и официальная война нет, и за протекторат нет.
Жаль. Так, а Византии и этим трем я не могу предложить, потому что у нас плохие отношения. Так, мочим. Мочим. Убиваем. О, повышение. А вот и два. А вот и две атаки, если не двигался. Зашибись. Убивает. По идее, я хочу решить, какая религия мне выгоднее. Да, дает плюс 4 веры. То есть я думаю, убивать ли мне его апостолов. Ну давайте сравнивать дальше, что у нас тут в даосизме. Чудеса света Гурдвара я не могу построить. Религиозные юниты игнорируют стоимость, как бы пофигу. И это мне помню. Мне только вот это плюс 4 веры от чудес, да, из даосизма. Протестантизм вообще ничего не улучшено, но мощи утраивают получаемую веру и туризм от реликвии. У меня одна реликвия есть, она как раз тоже утраивает. Знаете, я не буду трогать апостолов вообще ничьих. Мне и даосизм, в принципе, и протестантизм в некотором смысле норм. Вот этого отправляем в Мали. 492 монеты. Так, подождите, в других городах 460. Ну, 84. Если на карте есть Мали, всегда отправляйте шпионов в первую очередь в Мали и крадите там. Ну, типа, центр коммерции горит, но стоит, да. О, класс, еще и промышленная зона начала гореть. Кайф. Кайф, просто кайф. Вот это самая большая проблема, мне кажется, при игре за Вьетнам. Это вот это вот горение лесов. Потому что у тебя горит все тогда. Мокша прибыл. Рост ставим. Это еще по городам надо пройтись. Рост реально поставить. Где не стоит. Так, тут рост, несомненно. Тут минус довольство. Ну, нет смысла тогда на рост. Производство, тут рост. Тут рост и так стоит. И да, рост. Ну, норм. Смотрите, мы уже и по науке лидеров догнали. Вот по культуре пока фиговато. Может подводить. Может все-таки мушкетеров сюда вести. Так. Ладно, поехали. Посмотрим, что будут галы делать. Сингапур пытаются все еще захватить. Но снята осада, поэтому он будет восстанавливаться постепенно. Еще одно, что ли, наводнение произошло?
Так, перемещение на дружескую территорию. Кстати, логистика вполне может мне логистику поставить? Капер не нужен. Лагеря, пища и производство. Так, скидка на улучшение. Я пока в пушки не выхожу, ладно. Что я буду следующее открывать? Если что, есть два хода, меркантилизм. Ну, наверное, национализм надо идти. Блин, ну я тогда не буду выбирать, потому что я должен скоро открыть баллистику. Так, ну, конечно, надо вот эту корпус кавалерии валить. Как угодно. Раз и два. Кайф, два выстрела прям. И получаю счет к эпохе за уничтожение корпусов. Так, я бы тут даже, наверное, все-таки вперед вышел. Так, а этим слоном... Ну, я вот этого бы добил, конечно. Чтобы он тут не телепался. Я с Венецией воюю? Нет, я ни с кем из городов-государств не воюю. Значит, этих ребят не боимся. Где у нас вообще территория... То есть, может ли где-то компьютер поставить город? Думаю, что Колумбия может тут поставить, но это будет говно полное для нее. Ну и все, у нас тут реально все заселено. Тут я не хочу. Тут бессмысленные какие-то места. Так. Теперь... Этими всеми постреляли, да? Подводим постепенно бомбарды. Стоит ли мне под арбалеты? Блин, ну у него тут, конечно, я думаю, Сингапур возьмут. Поэтому мне лучше ставить бомбарды, чтобы его можно было отбить быстро. И мне это только в плюс будет. А я могу поменять местами, подождите. А, этот апнулся, ладно, да, нельзя поменять местами. И этого... А вот этим, кстати, я могу пострелять. А, нет, не могу почему-то. А, потому что я им пострелял уже, блин. Туплю. Каждый раз с этими слонами, ладно, стоим пока. Так, я бы, кстати, этого повел сюда как раз ставить форты. Давайте все-таки баллистику отложу. Я хочу ускорить ее. Научная теория. Давайте, плантации дают еду. Или в экономику. А, ну в экономику пошли, да. Так, здесь подводим мушкеты. Военный инженер есть. Фабрики, конечно же. Банк готов, фабрики. Нет, сгорает. Нету смысла ремонтировать. Видите, закончился пожар, и центр коммерции опять поломанный. Так что нету смысла ремонтировать, пока идет пожар. Да. Кстати, деревья восстановятся не сразу. По идее, я тогда и район не мог бы восстанавливать, потому что как бы деревьев нету, грубо говоря. Так, нехватка тут на производство. И в Сайгоне давайте на производство. Ух ты, кого встретил? А, Канди. Все, Сингапур захвачен. Ну, будем отбивать. 62 это вполне рабочая схема.
Я вот не знаю, почему в русском переводе вот эта прокачка плюс одна дополнительная атака за ход, если юнит не двигался. У меня очевидно, что здесь имеется в виду, если он не потратил одно очко перемещения. Но в моих случаях... то есть я вообще не видел ни разу, чтобы эта прокачка не работала. На самом деле, она, по-моему, работает всегда. Если тут, наверное, имеется в виду все-таки, когда у юнита есть очки перемещения какие-то, он будет в любом случае два раза стрелять. Как-то так. Правильно. Ну вот почему я не могу их местами поменять? Кто мне может объяснить это? А вот тут уже зона контроля получается. Ну, я не по городу, просто потому что я не думаю, что опит мне много урона нанесет. Правда, вот эта фигня. Блин, мне могут слона убить. Тут немножко я ступил. Блин, я не заметил стрельца и пикинера. Он больно будет бить. Стрельцы и пикинеры больно лупасят. От городских атак. А, он даже опит. Значит, он сможет проатаковать только стрельцом и пикинером и вот этой катапультой. Не, не должны убить. Этот через реку не пройдет, тут нету дороги. Да, он через реку не сможет атаковать. Не, нормально. Стоим. Так, тут находим источники. Куча бабла будем воровать. Рынок ремонтируем. Тут уже пожар закончился, да? Промышленный район, значит. QE рынок строим. Что, мы вернем... О! Давайте мы, наверное, дружбу объявим. Отлично. И давайте все-таки культурные. Что-то мне не нравится... Постоянная возможность отвалиться. Давайте там 10. А, он принимает 10. Блин. Вот, 2. Золото вход во время союза. Он мне уже войну не объявит, так что принимаем. Блин, 65 угля у Вавилона. Конечно, с 5 месторождениями это... Ничего удивительного, как говорится. Так, я скоро могу корпорации делать. Естественно, мне корпорация с красителями вообще не интересна, честно говоря. Потому что, ну, она добавляет мне 25% веры, это неинтересно. А есть ли возможность лис? А, не лиса, а меха. У нас просто две штуки только. Может, их три где-нибудь? Нет, их просто две на открытой карте. Жаль. Зато кофе. Вот в кофе мне надо ломануть. Давайте я тут куплю строителя. Отправим его сюда кофе обрабатывать. И сделаем как раз в Чакьел корпорацию кофейную. Вот его сюда и отправим на кофе. Он у нас будет тут корпорацию делать. Кстати, а пока я не открыл... Не, уже видно, кстати, да? А давайте глянем. Красители 2 из 9, 1 из 9. То есть я ж не могу. Смотрите, сколько янтаря. 34 штуки. Черепах 100? Просто 100 штук черепах. Обалдеть. А кого меньше всего? Алмазы 2 из 6. Мрамор 2 из 6. Меха 2 из 6. И все. Алмазы, меха и... Мрамор меньше всего. Кофе 2 из 9. Но у меня, кстати, видите, 2 из 9, у меня будет 3. Я думаю, что я создам корпорацию на кофе. Но опять же, Вавилон может и меня обанкротить, эту корпорацию. И все пропадет. Так. А.
Я не открыл возможность форты строить, ё-моё. Так, значит, нам сначала... Ну, давайте научную теорию открою, ладно, потом осадную тактику. Блин, стоим, ждем. Значит. Да, вот и получилось. Ну, этот больно бьет. Поэтому надо отходить будет сейчас. Ну, мне кажется, Сингапур... А мне его брать нечего. А что я там встал? Я ж, наверное, не смогу его забрать этим ходом, да? Мне просто движения не хватит. Три. Или хватит, давайте глянем. Да, хватает. Силы пока не хватает. Но может, все равно заберу. Сейчас глянем. Так, отходим в город. Так. Отходим. Так. Так, да, забираю. Я освобождаю, естественно. Хе-хе-хе. Мало жителей, он теперь полояльный. А, нет, нормально уже. То он писалось, если бы я его себе оставил, он бы отвалился по лояльности. Так, стоим. Вот этот у нас не стрелял, да, этим ходом? Смотрите, куда этого выкинуло. А почему на мой... Не, подожди, это нечестно. Почему выкинуло на мой... На мою территорию. Он сейчас меня может разграбить. Нет, убиваю. Мог бы разграбить. Нет, не убил, да? Вы прикалываетесь. Может мне коммерческий район разграбить. Все, поплыли исследовать территории. Тут какой-то прям... Мне надо убить. Какой-то прям остров есть. Так, в другой город. 580. Чисто тырим бабло у Мали. Гранты Пенгалу не хочу. Лян. Аквакультура. Может, действительно Ляна аквакультура сюда? Давайте я куплю еще одного рабочего. Ну, тут хорошая аквакультура будет в этом городе. Я куплю рабочего и пересаживаем Лян в Дангхой. Амани, естественно, в Чакьео, потому что они дают счастье и жилье. И прокачиваем Лян на аквакультуру. Фабрику. Я бы вот здесь купил сразу. Или нет, давайте здесь торговца. Отсюда я хочу дорогу провести. Так, разведывательное управление есть. Ну, время... Таня, наконец-то, плюс 6, так, на минуточку, культуры. Ну, отлично, скаут нашел на автомате. Который ездит. Так, ну нам сюда надо. Просто рабочий мешает пройти. Так, ну что? Гал. Как дела? Уже... Может мне пойти его города захватить? Ну, подождите. В пушке он сначала будет апнуться. Подожди. Чувак, у тебя есть 2 серебра и 2 меди. А ты мне предлагаешь... Торговать какой-то фигней.
Да блин, вот они реально с этой соткой не знают, что предлагать. Десять работает, 20 работает, 30 не работает, 27, ладно, нормально и так, уже 2 ресурса роскоши, это классно будет. If you see a castle under fog, you must walk there to meet the extraordinary. Так, летучий отряд, средневековые стены, это все нафиг неинтересно. Бомбарда прокачана. Это бомбарда стоит. Я в пушке апнусь и, наверное, пойду пытаться города Гала захватывать. Потому что, судя по всему, с... у него не очень с армией теперь. Так, этот лечится. Подбегаем, убиваем. Подъезжаем сюда. Генерала надо так ставить, чтобы он на всех работал. Значит, сюда. Круть. Фабрика есть, угольную ставим. Так, а тут театралочка вообще. Построена театралка. Дамбу строим. Постреляли. 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 Сайгона. В Барсипу нормально. 2-4 бегает. Так, лесопилки. Тут рынок мастерская. Кстати, надо тут лес посадить. И вообще, и водяная мельница тут еще нормально будет. Так. Вот сюда. Эту как раз в Вавилон. Нет, в Вавилон тут больше еды. Все равно через Чакьеву проходит. То есть дорога проходит так, как мне надо. Джованни Медичи тут ждет возможности корпорацию создать. Ну, просто, конечно, корпорации по китам тоже нормальная, но мне... Слушайте, я не помню, что кофе... Я, знаете, так создаю корпорацию кофе, но я что-то не... Мне кажется, она должна культуру давать. Ой, не то. Поискал. Да, плюс 20% культуры, это круто. Я понимаю, что плюс 20% культуры это не только в этом городе, когда я создам корпорацию. Мы будем создавать эти продукты, которые мы сможем размещать во всех городах. И они будут там добавлять плюс 20% культуры. Ну да, черепах тут, конечно, немерено. Я реально там мог бы... Канализация продвинулась, военная наука продвинулась. А вот и лисы, например... Я мог бы, может, реально попробовать победить культурой, ну, с туризмом, в принципе, не, ну, маловато. И вообще нету туризма, чтобы мне побеждать, 0 из 80, у меня 33. Что тут вообще в лидерах у нас? Ну, по науке Вавилон, конечно, 47. Ну, 10, это не страшно. Мне интересно, вот у этих сколько науки вход. Сейчас их найти-то надо. Так, туризм 70 и 200 куль... Ну, это, конечно, Вавилон тоже покруче. Военная победа, военная мощь. Пофигу.
Религиозная, 17 городов. Ну, он на том континенте побольше там у кого-то. Ну, в принципе... В принципе, все. Ну, так, мне тут надо до 10 вырасти. Что у нас с дамбой? А, серьезно? Почему я тут не могу? Река Каука. И тут река Каука, да? Странно, почему тут дамба не ставится? Потому что... Ну вот это тоже дебильная генерация, конечно, карты, я считаю. Вот смотрите, клетка полностью окружена, ну, с трех сторон. Дамба ставится на той клетке, когда с двух сторон окружена. Но здесь невозможно поставить дамбу, потому что вот эти две клетки, типа, считается, относятся к другой реке, на которой уже дамба строится. Я считаю, это тупо. Типа, вот эта река впадает в эту, это уже другая река получается, и все, и тут уже дамба стоит. Хотя, по идее, вот эта вот река, тут можно подумать, что она как будто на две клетки. Ну, тупо. Ну, акведук, наверное, можно тогда тут сделать. Тут все равно придется когда-нибудь, мне кажется, дамбу тут ставить. Не, ладно, что-то мне не хочется пока акведук. В общем-то, и жилье есть. Давайте пока банк. Промышленная эра. Вот и форт, кстати, и национализм. При поражении юнитов. Так, можно корпуса ставить, но я возвращаю изобретение. Стоимость... Пока вот это оставлю. Химию продвинули, значит, ставим первый форт. Блин, а где мне второй ставить? Мне то сюда идти? По-моему, он не может ставиться на поймах, блин. Фиг знает, где второй форт ставить пока. Не, давайте экономику откроем. Нифига мне военная наука. Экономику, корпорации, вот это вот все. Так, Лян мы на аквакультуру. Дать, наверное, Магнуса на логистику избытков. Куча еще территорий незаселенной. Чем компьютер занимается, никто не знает. Ну что, прикупить амфитеатр, прикупить несколько слоников, чтобы уже... Ну просто слоники подешевле будут стоить, чем пушки потом. Ну, 400, не, это дорого. Это дорого, наверное, в Тхан-Лонге хотя бы просто построить их тогда. Пока я буду искать, где мне второй форт сделать. Два хода. В Сайгоне тоже два хода, но это без карточек. Сколько у меня вообще боевых слонов? 4 или 5? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вау. А, у меня один где-то далеко должен быть, по-моему. Да, вот он. Ах, фига ты тут прохлаждаешь, паренек. Так, это третий был, да? Вот этого можно вести тоже домой. Четвертый. Ну, остальные там. Все-таки 5, 6, 7, да. Ладно, тогда ладно.
Подожди, тут так близко другой континент сразу был, или это просто пока... Это, наверное, острова, это не континент. Просто... Слушайте, тут можно заселяться, на самом деле. Так, найти источники. О, я еще могу шпиона сделать. Блин, ну я пока слонов поделаю. Два слоника я поставил делаться, да? Го дальше в урбанизацию. 7 спецработ... Вот, кстати, получается, за Вьетнам и это хреново выполнить. У нее практически невозможно, потому что этот Тань не считается районом. Вот какие 7 спецрайонов получается? Правительственная площадь, да? Научный, промышленный, коммерческий, театралочка. Это 5. Да, я думаю, что можно спокойно открыть, потому что за Вьетнам... Ну какой еще священный район поставить? И какой вот... Какой еще у нас район может быть специализированный? Потому что акведук не считается специализированным. А, развлекательный комплекс еще. То есть священку и развлекательный комплекс, если только. Ну, аквапарк, предположим. Второй уровень уже с Хаммурапи. Хаммурапи Оксфордский построил. Венеция объявляет войну Вавилону, то есть и мне. Но вот и Венеция войну объявила. Ух ты, ну вот. Вот тут типа двое жителей потеряно. Ну конечно, блин. У Вавилона постоянные извержения. Там жители, 6 клеток улучшено, никто не умер, одна клетка поэта. А у меня двое жителей сразу, двое клеток ухудшено, зашибись. Так, корпорации. Вот и появились корпорации, но из корпораций я, по-моему, могу... Я даже, по-моему, на данный момент вообще не могу ни одной корпорации создать. Потому что у меня и красители еще поломаны. Пошли-ка мы их чинить будем. Вот теперь, наверное, могу. Нет, не показывает, что могу. Ладно, ждем, когда кофе будет обработано. Так, ну и где мне второй форт ставить? Ну, пойдем пока сюда. Что тут невозможно, пока не уберешь болото, например. Мне кажется, тут на пойме можно будет все-таки. Но непонятно еще. Так, вернусь со слоном. Блин, еще и слона мне тут повредило, нормально? Вот это разлив. Майя. Ну и что там, как дела у Майя? 204, вот Майя надо смотреть по науке. 204, 41, 50. 50 у Вавилона. Так, а торговать мы чем можем? Ничем не можем. Кайф. Ух, ни хрена себе, сколько городов у Майя. Сколько вообще городов? Реально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. 11 городов Майя поставили. Это мощно. Ну вообще, целые острова просто не исследованы. Никто ничего не брал. Найс. Так, в Чакьео водяная мельница готова. Растем. Блин, мне вот эти клетки надо выкупить в Чакьео, потому что здесь у нас будет... Ну, хотя бы вот эту клетку, да?
Тут у нас будет треугольничек. А в самом городе, ну, фабрику, фабрику, ладно. Спасибо, еще писала, что это разные вообще реки. Тут Дангнай, тут Да, тут Да. То есть вот тут, на самом деле, здесь и здесь можно разные дамбы поставить. Я надеюсь, что на этой реке этот поставит хотя бы дамбу. Вавилонянин, не вавилонянин. Экономика открыта. Ну, пошли в стандартизацию, чё. Фермы домехозяйственных хозяйств, тут плюс к производству. Сможем продуктовый рынок строить. Пехотинцев пока не сможем апать, потому что нефти не видим. Но мы в нефть, собственно, потом исходим, давайте. Вот так, я уже думаю, что я к этому моменту баллистику ускорю. Все еще до сих пор не встречен ни один... Научные, ни одна научная ГГшка не встречена. Вот, уже поинтереснее. Да это не у меня, слава богу. Ну все, только один житель умер, но 4 клетки повреждено. Но у 7 повышена плодородность. Разведчика дали, прикол. Так. Улучшаем слоников. Точнее, делаем корпуса. Первый пошел. Так, а их всего 7. Значит, один я делал, второй строится, третий. Третий. Вот, стрелок-разведчик, это нам... Давайте вот сюда поплывем, на этот остров. А, тут нету ничего. Давайте вот сюда к варварам тогда. Ну, короче, пока сюда плывем. Нет, не ставится. Вот, видите, где ставится? Вот сюда надо идти тогда. Вниз поплыву. Довольно близко, кстати, Майя. Довольно все близко. Так, вот здесь еще давайте слоника. Это четвертый. Тут, конечно же... Вот давайте купим маяк. Купаем маяк. Здесь покупаем торговца сразу. А строим... Промышленная зона, никакого соседства. Ну, есть священное место теперь на плюс 5. Но как-то неинтересно. Да, кампус никакой тут будет. Ну что, верфь строить? Театралка тоже никакая. Не, давайте тут рабочего. Пока. Три кофе надо обработать. То есть пока, видите, написано, вы можете открыть промышленное производство. Но я сразу корпорацию поставлю. Все равно корпорации ставятся... Хотя, интересно, можно будет сразу? Я сейчас заодно увижу. Венецианский арсенал умали. Прикол. Да, разведчик следующим апнем. Ну что тут у галов? Я так понимаю, он вообще забил на войну. Сингапур уже стены опять построил. Я так понимаю, Сингапур вообще только я Хамурапи перекупил. Ну что ты будешь делать? Ну ты ган... Я, у меня просто нет слов. Какого хрена не было никого там, как только я освободил Сингапур, сразу Хамурапи туда позакидывал об этих послов. Нет слов, одни междометия. Так, давайте немножко так вот пройдемся и возьмем апгрейдик.
Есть слоник. Второй корпус. Ну, мне как минимум три корпуса надо, чтобы ускорить мобилизацию. Так, вот этих ребят. Ну, надо тут держать, потому что нам жапаться надо будет. Так, вот этого третьего уровня. Вот и ускорена мобилизация. Отлично. В Богату. Ну, потому что два прибрежных города, но я буду, конечно, в Вавилон отправлять. Там меньше денег, но зато больше еды и производства. Согласитесь-ка. Так, мобилизация ускорена. Первый крупный город. Куанг-3. Нехватка жрачки. Ну, давай так поставим. Лян прибыла. Соответственно, тут рост. И Амани здесь прибыла. Тоже рост. Слабое извержение. Ну, Сингапура. Один ход после освобождения. Побыл моим Сингапур. Вот. В смысле, две единицы. Не понял прикола. Так вот... А, я, наверное, кому-то торгую... Ага, видите, если я кому-то торгую кофе, я не могу, а кому я торгую? По-моему, Вавилон, блин, а где это посмотреть? По-моему, я Вавилону торгую. У него два, нет, это красители, где кофе? Ну да, Вавилону похоже. Блин. Прикол. Ну ладно, пошли китов тогда сделаем пока. Раз такое дело. Интересно, сейчас я посмотрю. По-моему, я не могу делать корпорацию не на той клетке, где... То есть сначала этих китов третьих обработаю. Блин, а как бы мне это посмотреть историю сделок? Я вообще уже не помню. Но это давно было. Торговые пути. Это вообще непонятно, как глянуть. Всемирный конгресс. Ну вот, хотел сделать кофейную корпорацию, оказалось, кофе... Ну, так-то у меня их три штуки, они обработаны точно. Тут плантация, тут плантация и тут плантация. Еще, слушайте, а может такое... Нет, подожди, сколько у меня написано? У меня написано, что их типа два. Нет, три. Знаете что, я могу предположить, что еще мы дорогами не связаны. Может, надо, чтобы дорогой был связан город, и тогда будет считаться три. То есть этот как бы город, он просто типа отдельно может быть. Может же такое быть? Так, 4, да? Что-то тут пятый слон, шестой. Три хода долго. Биржу. Ну, я бы тут дамбу поставил. Потому что, видите, давайте... Петра. Ну, Петра здесь, ну, не бессмысленная. Давайте строителя. Отмечу себе, что тут надо дамбу. Это вот еще... Сейчас еще больше еды будет следующим ходом. Не-не-не, чувак. Не хочу с тобой мир. Опять что-то... Ты, он от меня... Галы от меня денег каких-то требовали. Наверное, были уверены в своей силе, я так думаю.
А, может, слушайте, может, я кофе колумбийцу торговал? Научный союз? Не, не хочу. Блин. Взял, перепил капер, ваншотнул моего скаута. Many of us take better Классненького. care of our automobiles than we do. A common mistake that people make when trying 30% to к design созданию something строителей. completely Ну, foolproof. слушайте, я бы это поставил. Может, вместо торговой конфедерации, потому что это всего лишь по одному культуре и науке, да? Скидка на улучшение юнитов все еще пускай стоит. Вот так сделаем. Так. Есть очередной слоник. Объединили. Последнего надо. Вот, следующим ходом все слоны будут готовы. Как раз ускорим бомбарды. Апаемся. У нас будут корпуса пушек. Блин, у меня 82 уже. Но, тем не менее. Тем не менее. Да, и нам надо, очевидно... Так, сколько... Вот этого давайте апнем в четвертую. Этот. Нам можно убирать уже этого генерала, потому что он действует на средневековье, а пушки будут у нас возрождение или промышленные эры. То есть нам нужен новый генерал. Поэтому апаем этого в четвертую дополнительную атаку. Получаем. Стоим. Тут убираем улучшение. Странно, я не понимаю. Но он все равно предлагает. Я не понимаю, почему я не могу корпорацию. А, слушайте, а может такое быть, что кто-то создал уже корпорацию? Ну, не может корпорацию создать тот, у кого два. То есть мог создать корпорацию Вавилон, но у него две штуки. Кто-то на другом континенте? Это плантация. Давайте кофе поищем, конечно. Что-то странно. Вот еще четвертое, кстати, кофе у меня. То есть я вполне могу корпорации с... Нет, у него только две вот тут, да? У меня вообще 4 кофе. Я практически буду 50% контролировать. Я не понимаю, почему... А, понял. Потому что не... Вот именно, что не сделана фабрика. Не сделана фабрика. То есть, ну, промышленное производство. Сначала надо делать промышленное производство, а потом делается корпорация. Только так. Точно. Тупанул. Ну, я бы в Чакьеву это делал. Давайте этого парня на... У нас два заряда. Давайте на китов пока отправим. В Чакьео купим строителя. Да. Так, вернем этого сюда. Покупаю, потому что, видите, этому еще пока он дойдет до кофе. Куякнулось, да? Тырим баблишко. Так, у нас еще не кончается эпоха. 10 ходов. Есть ли у меня шанс... Ну, вообще, по идее, есть. Выйти... Давайте угольную электростанцию пока. Выйти в золотой век. Ну, быстровато, конечно, героически прошел. Жаль. Так, здесь нам надо как-то до 10... А, мы тут один ход я пропущу. Я хочу убрать кукурузу и поставить там дамбу. Все остальное у меня... Нет, в Хюэе.
Закончилась угольная театралка. Нет, там не интересно. Вот тут можно еще что-то поставить, да? Развлекательная театралка. Рурка, священное место. Все неинтересно. Давайте банк. Не знаю, просто тут как-то что развлекательное, что театральную ставить. С другой стороны, может попробовать в культурную победу. Тогда реально везде театралки нужны. Но на культурную надо было раньше как-то думать. Как мне кажется. Заканчиваем ход. Галы там вообще... О! Американцев так до сих пор и не встречаем. Где-то прячутся от вьетнамцев. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Еще троих надо встретить. Так, ну похоже, со слонами все. Ставим форт. Ускоряем баллистику. В общем-то, именно баллистику и открываем первой. Потом идем дальше в переработку. Потом в химию. Стали варенье пропустим. Соединили. Соединили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и вот седьмой. И вон там слоник. Так. И так. Кайф. 7 корпусов пушек будет следующим ходом. Даже денег, по идее, должно хватить на это. Значит, здесь собрали кукурузу. Поставили дамбу. Плюс еще дамбы электричество дают. А, нет. Не удалось в Ньяне деньги спереть. Ну, это... Это фейл. What the fail? Нет, давайте Магнуса. Слушайте, а когда я новый район-то построю? Давайте вот тут новый район. Что у нас по престижу вообще? По престижу вообще хреново все. Вот серьезно, а где вот строить район? Вот смотрите, престиж только вот здесь из-за чуда. Может на этом в Данхое... Как... Ну вот, а тут все равно низкий престиж. Видите, невзрачный. Минус 2. То есть я построю район, который будет только на одну клетку работать. А, на чудеса. Он же на чудеса тоже работает. Подождите, но этой клетки нету престижа. Он работает, получается, только на земные чудеса. Где у нас тут этот? Вот, на Рарайму. Но Рарайма не обрабатывается никак. Блин, все равно странный район. Вот мне там, конечно, писали в комментариях, что вот он офигительно там будет на... Рядом с чудесами. Но вот серьезно, вот а где мне поставить этот район, если так вот по-хорошему... У меня есть даже города с необработанными клетками, но там нету престижа. Вот средний один. То есть я бы в Куиньоне поставил бы где-нибудь вот сюда этот район или вот сюда. Только при условии, что я еще каким-то образом смогу клетки престижа увеличить. А я не могу это увеличить. Почему он тут невзрачный, например? По какой причине тут минус 2? Из-за плантаций? Да нет, вроде... Ну вот и где этот район ставить? Так, промышленное производство делаем. И видите, я корпорацию вынужден буду только там поставить. Слушай, а тут не было промышленного... Ну да, не было, потому что у меня кофе все время одно. Вот, могу корпорацию для китов сделать. Как у нас там следующий торговец? Присоединяет этот город-государство к вашей империи. Приносит в этом городе плюс 10 лояльности.
И вот как бы крутой, но, собственно, какой мне город представить? Сингапур я хочу от него бонусы получать. Венецию я не хочу, я хочу от него бонусы получать. И больше Венеция отвалится. Так что я бы этого торговца именно что на корпорацию использовал. Например. Блин, тут еще у нас какой-то ураган сносит. Боевые слоны завершены. Шпион еще одного делаем. А, тут завершены оружейную или биржу? Давайте сначала оружейную, потом биржу. Блин, театралки тоже. Ну там, в том городе точно его негде поставить. Здесь давайте строителя. Я хочу вот эту убрать и тань поставить. Опять довольство куда-то ушло. Было-было-было-было. И прошло. Уоо. Уоо. Получен повод для войны против Боливара. И повода не надо. Мне это Колумбия... Всю жизнь вначале портила. А сейчас ее нет смысла захватить, потому что она никакая. Let's get on our knees and pray. Так. Как у нас полевые пушки стоят? 135. Мне даже хватит всех апнуть в них. К сожалению, они, конечно, медленнее будут скакать, чем слоны, но урон побольше. Пушечка урон 60 делает, в то время как слон 40. А так как они еще в корпусах, то, соответственно, 70 будет. Блин, ну мне надо... Мне сначала нефть открыть, и потом сталеварение, что ли. Блин, мне еще угольную шахту, у меня угля ж нету. Что-то я туплю. Так, строителя здесь. Аж уголь. Надо убрать лесопилку, поставить. Так, это к какому городу относится? Тхалонгу. А надо передать Сайгону. Вырубаем. Ставим тань. А, я понимаю, что мне рекомендую здесь на плюс 6, но я сюда театралку от, от Халонга поставлю. Кстати, совершенно забыл об этом. Так, и после шпиона ставим сюда театралку. А, блин, мне нужно еще лес тут сначала посадить. Точно. Блин, надо убирать. Это поломано, нет? Я просто так, такой дым идет, как будто сломано. Надо убирать шахту и ставить там лес. И вот она, первая корпорация. Итибан Coffee Chaebol Capital Coffee Industries. Нет, давайте... Кофе будет называться черный... Корпорация Черный Лёша. Ну, хорошо прожаренное такое, знаете. Нет, надо было Ароматный Лёша, блин. Ароматный Лёша надо было называть. Тупанул, ребята, сорян. А, ну да. Я вот это хотел. Зачем я тут? Ну, имеет смысл все-таки заповедник или нет? Кстати, заповедник тоже, судя по всему, не по правилам Вьетнама ставится.
А давайте верфь пока. О, вот и первое. Во, куда мы сейчас направим? У нас не стоит первый посол, да? Ну, второго обязательно надо, конечно же. Просто обязательно. Тем более, у меня два посла как раз есть. Надо бы побольше пооткрывать. Вон морская мобилизация есть, посол. Опера и балет. Ну, мы пока... Нафига я в урбанизацию иду? Ради пригорода, да? Мы пойдем в астрономию, пожалуй. Или в мобилизацию. Я пока в мобилизацию не хочу. Сколько ходов? 8. Ну, по идее, могу... Что у нас с чудесами? У меня там, я смотрю, инженер вроде как капает на чудеса. Я точно могу какое-нибудь чудо. Вот рурочку я бы хотел, например. Но... Как она там рядом с промышленной зоной и на реке? Да, здесь не ставится. В Халонге не ставится. Ну, в Халы поставилась бы сюда, например, или сюда, если бы я промышленную зону мог тут построить. Так, в Сайгоне. В Сайгоне не ставится. Блин, жаль. Что-то чудеса нигде не ставятся. Статуя свободы. Ну, можно. Блин, но я не хочу на этой клетке. Ее жалко. А, кстати, а мавзолей в Геликарнасе. Подождите. А почему здесь мавзолей в Геликарнасе? Необходимо соседство с гаванью. А-а-а, блин, это гавань дебильно. Мне надо было гавань сюда ставить. Блин, поставил бы сюда гавань, тут бы Геликарнасский поставил. Ну хорошо, вот тут два хода, вот тут Геликарнас ставится или здесь. Да. Слушайте, это хорошо. Вот это чудо мы поставим. Петра. Ну не знаю, Петру можно поставить ради очков, в принципе, в этом городе. Сколько она строится? 5 ходов, то есть я успею. Давайте, наверное, Петру начнем здесь строить. Вот так. Нет, вот тут, наверное. Потому что есть вариант тут потом театралку сделать. Так. Ну и инженера, если что, я куплю... Сколько он ходов? 33 вход? А, через два хода... Нет, не через два хода, дольше. Но, по идее, хватает времени, чтобы его привести в Куиньон и Геликарнас им завершить, если что. QA банк. Давайте бомбарды для корпусов. Это, подожди, заданиями кто-то дал вызвать озарение? То есть я вызвал озарение. Торговый путь, вдохновение для реформации. По-моему, Таруга дала как раз для сталеварения. Кстати, это возможно, если мне получится где-нибудь апнуть каравеллу. Или мне просто каравеллу построить здесь, например, а потом апнуть ее... Я просто пока не могу апнуть... Каравел, потому что у меня просто даже угля нету. И, соответственно, у меня даже он не строится. То есть мне надо еще будет паровой двигатель. Но у меня тут две верфи. И верфи тоже надо достроить на самом деле. Так, откладываю, я верфи куплю. И здесь, и здесь. Почти 300 золота вход. А нахрена сюда? Не понял, нахрена вообще туда мушкетер пришел? Какой-то мисклик был? Это мушкетер вот отсюда, из Сингапура, почему-то там оказался. Возвращаем. Конечно, надо будет чем-то города Гала захватывать.
Ну, я вижу, как... Не-не, какой мир, парень? Какой там может быть мир вообще? Я вижу, как я в золотой век могу выйти здесь. However beautiful the strategy, you should occasionally look at the... What I like about cities is that everything is king-size. Так, здесь ставим... Ну, во-первых, поставим первого посла опять. Так. Давайте рационализм. Наконец-то. И военные академии, морские порты и стены пока нет. Может, плюс перемещение, если надо. Давайте вот это поставлю. Ну, плюс 20 науки. Ну, немного. Немного. И от майя все еще отстаю. Так, смотрим. Да, блин. Когда ж ты умрешь? Понял, а почему я не могу? А, блин, потому что я не союзник Сингапура, но это... Это прикол. Ну, тут потому что стоит... Корпус кирасир, он... Я уверен, что следующим ходом компьютер его выведет оттуда. Слушайте, ну корпус кирасир больно бить, наверное, будет. 64, то есть 74, а у меня защита 60. Ну что, минус пушка? Блин, долбанный Сингапур, вот, честно. Точнее, долбанный Вавилон. Засоюзил Сингапур, а мне есть куда посылать... 227, потому что тут, извините, за каждый университет плюс 2 науки. Озарение для сталеварения. Так, отремонтируем рис. Это мы построили. Так, попробуем опять в Ньяне что-нибудь украсть. Тут мы уголь. Ну, кстати, даже мрамор не поломал до сих пор. Забыл, что я тут лес хотел высадить. Но... Прежде чем делать театралочку, она плюс один всего лишь. Давайте, собственно, начнем. Нету... А, значит, мне надо банк и биржу сначала сделать. Прикиньте. Прежде чем фигарить кофеек. Будем высаживаться. О, кто-то... А, так это Франция, не кто-то. Это Франция конкретно. Ну что, открытые границы? Фераксис, руки вам поотравить. Что они такое могли поменять, что вот эта фигня перестала работать? Это... Нет слов. Слушайте, ну они же никто из них корпорации не сделал. Это можно посмотреть, потому что у них нету производства нифига. Куда у них ресурсы? Они ресурсы не обрабатывают, что ли, больше? Так, шпион. Больше шпион. Давайте тоже бомбарду или лучше в Сайгоне.
Не, в Слайгоне давайте археологически. Блин, тут и фабрику надо. А здесь я еще жду, когда высадят лес. А, ну конечно, я пошел сюда рис обрабатывать, вместо того, чтобы забыл. Что я там театралку хочу для театрал? Ну, не больно. Или это он только из города выстрелил, а он кирасиром не атаковал, это чисто выстрел из города. Ну, не выглядит так, что я пушками могу что-то захватить. Хотя я еще повоюю. Never criticize a rifleman. Colonialism. The enforced spread of the rule of reason. But... Ну, я бы пока... А, первый посол можно убрать. Сейчас, смотрите, я поплаваю, вдруг я найду еще какой-нибудь город, куда отправить, но тут мне не хочется никуда. Ага. Да вы прикалываетесь. Ну, ну что это за говнина? 88%, два шпиона со шансом 88% не выполняют задание. Это легально вообще? Как это еще назвать? Давайте я в Сингапур, чтобы засоюзить его и через него проходить. То напряжно как-то воевать. Вавилон, но он так и остается лучшим. Продолжим. Так, здесь мы закончили верфь. Значит, покупаем маяк. Геликарнас. Где он, блин? Вот, ставится и тут, и тут. Наверное, можно тут, а вот тут другой какой-нибудь район, да? Но я не сейчас, когда у меня будет инженер. А инженер у меня будет два хода. Мне... Я успею? То есть 6 ходов. Два хода. Появляется инженер. Два хода. Один ход, три хода я его перебрасываю. 4, да, 5 ходов. Нормально. Купать ли мне тут верфь? Давайте я амбар буду строить. Верфь пока куплю тут, потому что, ну, чтобы быстрее каравелла появилась, чтобы апать в... Апать в броненосец. Слушайте, карточка... Я каждый раз эту карточку ставлю на плюс один к перемещению на своей территории. Все время вспоминаю, что она прикольная, потому что она на всех действует, не только на военные юниты. И, соответственно, у вас бегают очень неплохо рабочие, да и поселенцы тоже. Ага, тут хрен пройдешь. Ясно, понятно. Так, тут бомбарды больше не надо, у меня две их будет, хватит. Мне биржи нужны, значит, биржи строим. Вы можете размещать производство, продукты от корпорации только в биржах. Выжженную землю. Только срок дружбы с Мали. Не то чтобы я хотел бы его продлевать. Моих шпионов убивает, я считаю, это нечестно. Чем мне дружить с человеком, который мочит моих шпионов? Погнали. Не знаю. Так, подходим потихонечку.
Значит, убираем лес, застраиваем. Ой, вот это больно. Вот это было больно, но я тут могу сейчас восстановить здоровье. Тут слишком много варваров, конечно. Ну это, вот это какой-то бред, вот честно я вам скажу. То есть меня каждый раз просто поражает, как компьютер подыгрывает себе и постоянные минусы мне делает. Ну то есть это хреново в играх, потому что теряется ощущение, вот, что ты внутри. Я понимаю, что компьютер просто по-другому не может хоть как-то выиграть. Но это, блин, ну это... Расстраивает, короче, это. Это маловато. Так, давайте сюда подходим. Бомбардой сюда и стреляем. Не, ну это слабенько. Я буду так долго колупать. Блин, я уже это походил. Не провести сюда бомбарду, ну, чтоб соединить. Все через жопу. Хотя, с другой стороны, что я прусь? Я ж не могу захватить 82 силы у города. Это мне либо уже самолеты нужны, либо арта. Что я ломлю? Ладно, давайте, короче, мир заключим с Галом. Ну, это сейчас... Сейчас это нереально. Может, мне что заплатят за это? Да, янтарь. Готов заплатить. Цепи апостола. Готов. А мне... Подождите, мне их некуда, по-моему. Не, реликвию можно. В Ападану можно запихать, да. Давайте. Цепи апостола. Нет, города не... Чисто проверил. А мне вообще нужен эти золото вход какой-нибудь. Нужны мне эти дипломатические очки? Не нужны. А вот какой-нибудь дофига золото вход. 45 готов платить. 46 готов. 47 уже нет. Еще и янтарь. Ну, найс. Сингапур он не возьмет. Если он сейчас опять на него пойдет. Я чисто делаю это просто потому, что у меня эти слоны есть. Я их вот тапнул и все. Было понятно, как увидел, что у него 80, было понятно, что не берется. Пошел уголек. Саживаем лес и биржу сначала, а потом театральную площадь. Не сюда, блин. Фух, слава богу, что она в очереди, я так бы сейчас отменить уже не мог. А вот сюда, конечно. Так. Купим вот здесь... Караван. Ну, пошли ремонтировать всю эту говнину. Кстати, а что с нефтью? Петра на нефти, кайф. Это я хорошо угадал, ну и вот еще нефть. Ну что за фигня? Ну ладно, у меня каравелла следующим ходом будет.
84, не 80, хорошо, 84%. Все шпионы были 84%. Одного, один не смог выполнить задание, хотя бы сбежал, а второй был убит. Офигительные шансы. Просто 5 баллов. Так, я не смогу тут случайно проплыть? Наверное, нет. Удивлен, что Мали не построил Петру. А, у нас Мали в тундре, да. Ну, офигительная генерация карты, как всегда. В очередной раз. Чувак, у тебя есть хлопок. Может, ты хлопком со мной поделишься? Блин, я еще и отклонил случайно. Ё-моё. Ну, потому что опять через жопу сделано. Не хочу я дружить с Мали. Пока он не прекратит убивать моих шпионов, я считаю, что дружить с ним не имеет смысла. Так, сколько ходов у нас? 4 хода. Берем. Ну и где он появился? Вот, перебрасываем Куен. Следующим ходом Геликарнас бахаем, так. Тут давайте убьем Каравеллу. Вернуться надо, апнуться в... Так, две верфи. Давайте покупаем тут верфь. Ускоряем паровой двигатель. Открываем броненосец. Потом идем в химию. Шпион из Гальской империи. Великая Колумбия объявила город Кумаси. Ух ты, не, Кумаси. Мне бы не хотел. Ну, он не заберет Кумаси. Ну, слушайте, у него самого города меньше по силе, чем Кумаси. То есть у него юниты слабее. Просто тупо слабее. Так, биржа есть. То есть уже можно будет в Чакьеу делать кофеек. Вот сразу поставлю в очередь. Тут уже нефиг обрабатывать, мне некуда ставить районы, очевидно. Хотя вот куда-то предлагается еще. Ну вот тут, вот сюда, кстати, можно что-нибудь поставить. Но что, театралку не хочу, пригород. Так же ли я дофига? Город скорее. Давайте водяную мельницу. Город медленно растет. Фабрика. Сколько тут зарядов? Еще 3. Ну, ремонтируем рис, наконец. 10 угольную, потом археологическую. И давайте расставим по городам. Если даже нападет на меня Колумбия, фиг с ним. Этих тут в центре просто будем держать и все. Так, этого рабочего вот сюда. Ну, я не вижу, где новый район можно поставить, чтобы он какой-то реальные бонусы давал. Здесь? Нет, я здесь промышленную поставлю, тут акведук, наверное, уменьшится. Короче, пока не знаю, где новый район ставить. Все обработано, нефть мы еще не открыли. Надо еще ждать, когда добавится. Всякого культуры я зря взял.
Эти клетки жалко деньги тратить, чтобы эти клетки присоединять просто. Поэтому не знаю. Так, давайте в Вавилон. Или есть проплыв? Блин, нет. О, демоны не выпускают, замуровали, просто издеваются. Тут ничего не... Давайте шпиона сделаем вместо убитого. Смотрите, амбар готов. Нет, что-то один ход надо поделать. Монумент. Давайте монумент. А тут, кстати, есть монумент? Тут, по-моему, я покупал даже, чтобы он не отвалился, да. Там монумент. А сколько у нас ходов осталось? 4. Сейчас я получаю следующим ходом, по-моему, 3 очка за Петру и будет еще за Галикарн. По-моему, выход в Золотой век имеется. Боже, они тут борются. Конфуцианство, протестантизм, даосизм. Все вместе. Petra is a brilliant display of man. I only understand friendship or scorched earth. Ну что, поменять все-таки уже первого посла. Надо. Тут, может, великих художников ход, а не инженеров поставить. Ну, кстати, Майя по науке все еще впереди. Очень неплохо так прет. Теперь время Геликарнаса. А, слушайте, мне не хватит денег, подождите. Я же забыл, что там от денег работает это. Кто-то построил Геликарнас, ёп. Да как так-то, подожди. Да когда? Вы прикалываетесь, блин. Это прикол какой-то. Когда? Какая тварь построила гелика? Вот только что был доступ. Прошлым ходом кто-то построил. О, так, ну, уже не хватает. А мне не хватает 3 очков, да? Да. 3 хода. Смотрим. Ну, тут как-то... Ну, вот полководца могу за веру купить, да? Это 1 очко. Могу апнуть этого в... Так, у меня нефть есть. Знаете что? Да, я могу, значит, мушкетера апнуть в пехотинца. Это 1 очко будет. Следующим ходом... Угу. Так и делаем. В общем, давайте пехотинцев... Даже 2 очка. Прикол. А если... Ну так все, значит, мне даже можно не покупать великих людей. Ну это какой-то прикол, конечно, с Геликарнасом угнали, сволочи. Ладно, давайте просто его держать в городе, посмотрим, что нам еще можно будет построить. Блин, как-то... Какое-то хреновое географическое открытие получилось, только 2 цивилизации в итоге нашли. Не очень удачно расположена территория торговца. А дальше тут ничего не меняется. Давайте мобилизацию, наверное. Потому что археологически надо еще ускорить. А, рынок готов. Амбар. Монумент, чтобы быстрее
захватывалось. Интересно, а за первый продукт вообще дадут что-нибудь? Просто интересно. Даже не думайте приближаться к родине Майя. То есть ей нравятся те цивилизации, которые с ней не соседствуют, видимо. А ты не хочешь поменять гипс на китов, парень? Блин, я забыл, кстати, поторговать. Там было предложение нормальное. Прошлым ходом я забыл, кто. Только галлы, наверное, по-моему, предлагали. Там была возможность. Science owes more to the steam engine than the steam engine. Железная дорога. У меня угля мало для же. Кстати, может, Вавилон поторгует угля. Это далеко упало. Угля мне продаст. Было бы здорово. Достаточно жилья. Кто-то рурку достроил. По-моему, галлы мне предлагали. Нет. И на кто? Тут посмотрим. А, этот, наверное. Билайхан. У него только черепахи. Был хлопок. По-моему, у кого-то еще был хлопок. Ну, у него два. Ну, как вот? У него написано два. А тут пишет один. Ладно. У него уже уран пошел. Кайф. Так. Здесь я хочу перейти от 20 угля. Давай за нефть. Меня устраивает. То, чтобы электричество было. Теперь апгрейдим в броненосец. Или подождать. Вдруг вдруг что-нибудь произойдет и... Но вообще мне броненосец все равно нужен для ускорения сталеварения. Но опять же, он мне не сейчас нужен. Можно один ход подождать, короче, ладно. Художественный. Торговец готов. Театралка. Не знаю, что-то... Что-то театралочку не хочется ставить. Театр. Ну, зачем мне тут священное место? Вот честно будем говорить. Плюс 5. Да зачем оно ничего не даст? Хотя бы уже промышленную, даже если плюс 1. Но тут на болоте, и, соответственно, на все здания будут давать еще производство сверху. Так. Давайте отсюда отправим. Тут как-то мало производства. Монумент, чтобы быстрее. Ну, тоже можно здесь производство. Кампус тут. Плюс 2. Ну, в принципе.
принципе, сначала хочу промышленную все равно поставить. Тем более, тут скоро будет заливать уже нас, да? И не будет производства плотины сделать. Опять 88%, напоминаю. 84%. Ну как это? Ну что? Они опять что-то сломали. Они просто тупо опять поломали игру в чем-то. Как им ручки поломать за это? Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так, что у нас на производство? Куда круче всего? В Барсиппу. Ну, апаем. Видите, не нашли. Я не хочу тратить на покупку. Полководца он мне не нужен по-хорошему. Вот, сталеварение ускорили. Дамба здесь сделана. Как раз 4 хода до нового. Давайте биржу и потом как раз построим промышленную зону здесь. Красивым эта ромашка получилась, да? А, вот у нее есть виноград. Подождите. Виноград давай на красители. Устраивает меня. Получился тут кампус. Тут на плюс 5 вообще кампус. Здесь на плюс 4. Так, давайте меньше генерирую я претензий. Стоимость производства на 50% снижена производству. Такое подаем. И выходим в новую эпоху, новое время. Так, генерирует на 100% Симон Боливар. За золото снижен. Мне кажется, тоже это устраивает. Новая эпоха, новая эра уже в следующей серии, несомненно. Спасибо, что смотрите. Спонсоры могут прямо сейчас пойти во вкладку «Сообщество» смотреть. Для всех остальных продолжение появится завтра. Ну и вот первая продукция, шедевр. Компания «Черный Леша» сделал кофеек. И я бы... Тут надо посмотреть, в какой... В каком городе у меня больше всего культуры, но опять же это уже в следующей серии. Всем пока, играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!